Так, мы собираемся опять на дачу к детям, к бабушкам. Так, надо собирать вещи опять. Викин какой-то заказ пришел, посмотрим потом, что она тут заказывала. Так, Ромчику шорты пришли. Я ему заказала двое шорт. У него у него маленький уже на него. Тут Александр уже ходит с кружкой кофе. Так, тоже посмотрим потом на нем. Я хочу, чтобы он померил. Вон, показал. Шорты? Да. Ты что, чтобы их растянул? Да не ты! Ромчик померил! Тю! Слышишь, Александр пришел, хочет потом померяет. Ромчик померяет. Так, Викуси вот тоже пришли носочки. Вот такие я ей заказывала. И Ромчику тоже вот такие носочки вот. Так, пару штук я оставила ему дома, потому что вдруг он сюда приедет. А, тут носков не будет. И такие Александру одни заказала. Одни. 10 штук. И тут 10 штук. Упаковка. Короче, Александру 20 штук. Как будто раньше были, извиняюсь, трусы неделька. Вот так у Александра будет. Носки неделька. Так, тут документы. Документы, я думаю, надо будет туда тоже забрать. Так, я уже оделась. Тут опять сумок полно у нас. Как всегда, собираемся, как вроде бы на месяц уезжать. Так, надо хлебушек весь забрать. Потому что 2 дня нас не будет. Он тут и засохнет, черный хлебушек. Вот. Так, тут тоже помидорчики вот надо забрать. Бутерброды Александр не доел с красной икрой. Ага, еще ж батон вот это вот. Саша, а яблоки забирать? Да. Не надо? Ладно. Так, вот эту цибульку надо забрать, я не знаю. Ну, она мне не надо уже. Масилка тоже вот это я туда забираю. И надо помыть посуду еще. И вынести потом мусор. Потому что тут все завоняется за 2 дня. Вот. Так, это сюда. Сковородки поправим. Так, мой телефончик еще. Еще поедем сейчас в магазин, скупимся немножко. Будем уже ехать. Вот. Так что сегодня как-то вечерком у нас не очень спокойно. Надо взять нас. Ну, не очень спокойно из-за того, что где-то что-то, короче, бахкает у нас. Так. Возьму носочки себе. На всякий случай. Хотя, я думаю, там жарко будет. Уже, гляньте, как светит солнце. И у нас на градуснике, сейчас я вам скажу, сколько. 24 градуса. Дома. Короче, жара уже пипец, я не знаю. Так. Ну, сейчас послаживаем все в пакеты. И будем выезжать. Мы уже собрались. Санька вынес уже все сумки. Будем потихоньку выезжать. Вроде бы все выключили. Так, сейчас закрою холку. Санька ждет меня. На машине уже сидит. Так, все.
Заткнули. Где ветерок, а все равно жарко. Так, на тебе ключи. Поехали. Я закрою, хорошо? Как хочешь. Да я не хочу, чтобы меня продуло. Так, сейчас заезжаем, последнее скупляемся, да? И... Да. Наггетсы берем? Наггетсы берем, а конечно. Как мы берем? Два кулечка или один? Да в один можем, все, пускай нам. Потом хотя один там делить. Не поместится. Что, полтора килограмма, да, взять? Ну давай полтора, да. Потом поделим. Да, ну я пожарю. И тогда все пожарю и отнесем. Все можно, нельзя, можно половину Роме нажарить, а остальное мы там уже когда себе надо, не надо, и пожарим. Ну можно, можно и так. Я не знаю, будем ему там сухарики или что-то еще брать. Нельзя, я записал напиток. Чипсы, нам, ну, напиток. Пепси можно купить, даже литровую уже 100 лет не брали. Так чипсы как-то сильно дурачи, не? Ну с полкилограмма тогда. Ну, аж ему и Вики тогда. Ну да. Ладно, пошли. Мы приехали до бабушки Оксаны. До мамы. Санька, ты закроешь двери? Ой. Ну, машину закроешь потом? Зачем? У меня сумка тут остается. Ничего, сейчас придем скоро. Ну ладно. Тут Робчик живет у бабушки Оксаны. Так, а вещи, Саш? Наверное, в багажнику, да, вещи? А, да. Сможешь открыть? Надо тут вещи взять. Ромки. Так. Вот это вроде. Не. А, это не сюда, будет сюда даже. Сейчас, носки нет. Так, это мои носки, вот шорты, по-моему. Все, да? И все. Ну, тут еще его вещи есть. Говорили, да? Короче, вот это мой костюм можно выложить. А его вещи можно... Да-да-да. Мамуля нас встречает. Еще здрасте. Встречает. Он первый мне сказал. А, ваш. А Ромка где-то гуляет, да? На ставке. Да. Слушай, значит, сидит, скучает. Пришла старомусечка. Давай картошечки пожарила. Пожарила картошечки. Поел, сидит дальше, скучает. Пойдем. Хорош, что ты вот тут? Так, я решила пойти, решила. Лена вылезкулит. Дальше говорю, давай чаечку сделаю. Лена тортик такой привезла. Вот, значит, да, буду, бабушка. Кто звонит, Артур? Все, и чай, все, бросил, все. Велосипед же ночевал тут. Я сегодня чуть разрыв сердца не получил. Чего? Ну, вечером он приехал с Артуром, там тут вот, на велосипеде. Он вот тут стоит. Я ей говорю, Ромчик, я ж рано ложусь. А ты ж еще до 9 гуляешь. Я ж говорю, велик, кухню заведи, замкни и ключ тут. Ну да. Спрячь. Да, бабушка, хорошо. Просыпаюсь утром. Поняла. И велосипед стоит, да? Нет, нету. Аська. Отмыкаю, он тут же ждет меня. Ну. И вот здесь. Да, только сердце идет. Нет. Ну да. Думаю, там он перепутал, наверное, он сюда замкнул. Велик. Я, значит, отмыкаю тут, открываю. Нету? Нет. Наташа, это было шуток. Я думаю, ну не может быть, у нас же ну, не было такого, что кто-то тут лазил. Ну да, да. Все. Ну, думаю, значит, сел, наверное, к бабушке Лиде отвез и прибежал. Все. Ну, понятно. Все, проснется, спрошу. Что ты думаешь? И хожу. У вас ворон появился. И клюет. Иду мимо этого. Черешни. Беседки, стоит в беседке. Я ему потом как устал. Я говорю, Рома, да я не понял. Ты посмотри на вот это. Я ведь не понял. Ну, посмотри на листья. А что такое с листьями? Что такое у нас все? Что у нас все? Травится, гибнет, все. Болеет. Это всё. Страшно просто. Они какие-то, слышишь? Ну тут пошарили Коля с Леной крошки. Они это, трав нарвали.
там, наверное, кружечку нарвали этих черешек. Они вот по одной висят. Понятно. Моя лапочка. Так что вот так. А вы как рассказывали? Ромчика не оказалось у бабушки. Он уже делает открытие. Открыл сезон купания. Ну, правда, он уже вчера его открыл. Сказал, водичка еще немножко такая прохладненькая. Ну, немножко покупался и вылез. Ну, а сейчас друг позвал. Так он поехал. Он целый отряд уже поселился. Ага, поехал, короче, на ставочек покупаться, ну, потому что жара вообще ужас. Мы приехали уже к своим. Оскар, привет! Ты что, Сашу не узнал, ля? Привет, Саша, ты мой мальчик, мумничка. Ты мой маленький. Все, ну, заходи туда, что? Заходи. Давай, заходи. Сейчас Саша заедет, жарко, да, ему, лянь, вообще язык высунул. Нас никто не встречает. Никому мы не нужны. Здрасте, здрасте. Выходи. Ой, слюной подавилась. Санька заезжает. Здрасте. Здрасте. Ты что, не видела, что мы приехали? Я только зашла просто. А, понятно. Вы там проехали? Проехали. А, вот это близко. А Оскара загнали? Да. Ага. Он этот придурок, блин. Это не собака, это ужас какой-то. Чего? И баба плохо закрыла ту дырку там. Какую? А, у Тамаш, где сетка. Ну, выпустила его туда погулять. Я там курочек кормила. И под фонтаном стояла. Ну, полив бабушка. А, полив, понятно. Этот дурак, блин, выбежал там. И побежал на улицу через соседей. Ну, ничего страшного, божечки. Угу. Ты так и сказала, как вроде что-то так случилось такое. Так я переживаю, никого из детей не было. Ляля, сразу багажник. Что ж тут Опа. Набрали? Что ж тут мы набрали? Для ногтей тебе взяли. Носки. О, Господи. Боже. Александр. Папа, у тебя не собака, это ужас какой-то. Это самый лучший пес на свете. Ага. Да, Оскар. Ну, классные носки. А бабушка где? Классная. Бабушка на огороде. Как всегда. Ну, мне уже не это. Где твой сын? А что такое? Да? Да, без света сидим. Недавно выключили. О, бабушка пришла. Здрасте, здрасте. Выключили снова. Опять свет выключили? Снова до полшестого, да? Здрасте. Не, не в полшестого, раньше. Раньше. Ну, чуть-чуть раньше. У нас утром с 9 до 12 у нас не было. Главное, чтобы у нас не было с полшестого до полшестого завтра. Думаю, там вообще рано включать, жарко, не буду. Угу. Я включила, то раз порвала. Сейчас ведрами этот будем поливать. Ой, заливать. А я уже там хорошо. Отчислили меня? Что нам ведрами? Сейчас включим этот и будем поливать. Мне это надо. Я уже полила. Вот понятно. А что тебе надо? Колечки. А вот это надо? Да. Там анчоусы только чипсы. Не давай. Эй! Так. А! Не, подожди, один. А, вот тут это. Вот. На. Чтобы они не лезли. Покажи, пожалуйста, зрителям. Ну там эти карбонаты еще, блин. Вот такая упаковочка красивая. Да, вот глянь, какая классная упаковка, да? А классно. Это что такое? Это Тесла, ты не видишь? Провода на свечи. Это машина новая. А-а-а. Это свечи. Третья. 1200. Ох, и долго, это так уже, сними уже и все, лянь. Ты к маме обращайся. Я наблюдаю за прекрасным. Все, давай. Никак. Почитаешь потом. Я не буду это читать. Это мое все. Показывай.
Вау, какие колечки. Да. Мать, а у вас лёгкие новые, да? Да. Можно. Бабушка, я так тоже хочу. Меня... Я бы сняла, но бабушка меня ругать будет. Так, какие это... у бабушки шлёпки? Показать тут, людям? Тут там есть и замороженное. Там где? В холодильник все надо положить. Там. Сейчас я померяю. Ну давай. Сутки, наверное, снова. Ой, как классно. Они подошли. Я могу все включить. А, да, Саша может все. Это. Только я бумажки еще не снял. Ну, отрывай. А у вас хорошо вода идет, чем нет? Я купил. Мама дорогая, а зачем так много? А это одна в другую так ставится. И как... Да, конечно. Можешь наоборот менять. Рассказывай. Ну, смотря как тебе надо. Нафига ты их много накоплял? Не, спасибо. Санька в душ взял этот. Ну, ту вашу надо выкинуть, сильно налет, я его не могу сдирать. Я его начал сдирать, я же ее сломал. А он не отдирается, он застрял. Оно бежит. Красота какая. Да, почти как у тебя. Ну да, как у меня. Лянь! Все, я забыла. Сдаем все, обратно. Ладно. На микроволновке лежит, я знаю, я видел. Я заметил, как смела, говорит, так вот. Фигня, фигню подарили. А ты что грызешь? Орех. А, орех. Понятно. Я иду поливать. Сейчас. Мама уже, конечно, все полила. Почти. Почти все. Ой. Маме кто-то звонит. Сейчас. Отнесла маме телефон. А сейчас буду поливать цветочки. Остались цветочки неполитые у мамы. Ну, мамуля уже устала, конечно. Света нету, чтобы можно было пополивать так. Насос включить и пополивать огород. И она вручную поливала леечкой. Вот. Сейчас вот. Вот этот кустик полью, клематис, вот он. Сейчас тоже леечкой пополиваю цветочки, потому что мамуля уже устала. Я не знаю, сколько она наносила лейкой уже. Вот розочка. Главное, и тут выключили свет. И насколько долго, не знаю. Когда включат, вообще неизвестно, конечно. Ну, вот это уже конкретно стали отключать свет. Да. Настали дни хорошие. В кавычках. Вот. Что мне так плохо видно. Вот. Короче, сейчас пополиваю и будем уже потом отдыхать. Санька пошел до мамы своей пообщаться, кофейку попить. Сына там не оказался, только что приезжал ко мне сюда. Я так хотела, чтобы он померял шорты, конечно. Ну, ладно, завтра. Говорит, мама, я поехал на футбол. Пробил, короче, шину на велике. Говорит, ехал, наскочил на кого-то камень и пробил шину. Ну, говорю, будет теперь работа папе. Вот. Придется, наверное, новую шину покупать. А может быть, конечно, Санька заклеит, не знаю, посмотрим. Это уже Саша глянет. Ну, наверное, придется новую покупать все-таки. Я больше склоняюсь к этому. Уже начало июня, а уже начинает все спеть. Вишни спеют. Даже этот, как вот говорят, китайская вишня уже поспела. Сейчас я вам покажу китайскую вишню. Я была в шоке, что она уже поспела. Вот. У соседей. Вот она. Ну, это у нас так называют, китайская вишня. И вон там виднеется. Да.
Я в шоке. А это я забыла, как называется. Вот это вот. Боже, вообще с головы все вылетело. Как же оно называется? Все вылетает с головы. Как вот эта ягода называется, а? Скажите мне, пожалуйста. Не помню. Боже, тут уже спеет. Ага. И опять-таки, я не помню, как это называется. Крыжовник, скрещенный, наверное, со смородиной. Короче, такая смородина. Уже в этом году ежевика, смотрите, пропала. Ее мороз немножко поморозил, и все. И она вот так вот почти засохла. Груш нету, айвы нету. Ну, хоть малина будет, конечно. А может и... А нет, может даже и не будет ее. Боже. Она тоже вся черная. Не, вот тут есть что-то, вот ягодки какие-то вон. Ну, вот так вот. Тут мама сено заготавливает курочкам. Мне надо опять водички набрать, розочки полить и всякие цветочки. Так что тихо, спокойно. Пока мест. Два раза тоже где-то бахнуло. Так что пока все хорошо. Все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Будем рады видеть всех. Все, пока-пока.